вами программа «Дата», ее автор и ведущая Ирина Андреева. Здравствуйте. Сегодняшнюю программу мы начнем с далекого прошлого. 150 лет назад, 18 мая 1868 года, в семье императора Александра III и императрицы Марии Федоровны родился сын, названный Николаем, ставший впоследствии последним императором России – Николаем II. Надо заметить, что будущий император получил блестящее образование, равное юридическому и экономическому курсам университета, а также изучил ряд дисциплин, предусмотренных программами Академии Генерального штаба. Кроме того, в программу обучения цесаревича входило изучение трех языков – немецкого, французского и английского. Кстати, английским он потом владел в совершенстве, как родным. В программу образования входили также путешествия по различным губерниям России, которые он совершал вместе с отцом. По укоренившейся традиции, все русские наследники престола, начиная от Павла I, завершив курс наук, отправлялись в путешествие. Чаще всего путешествий было два – большое по России, чуть поменьше – по Европе. Но цесаревич Николай совершил необычное, грандиозное морское и сухопутное турне, которое объединило оба путешествия. Причем обе части путешествия проходили по территории, где раньше не бывал ни один цесаревич, за исключением последней части пути. Путешествие продлилось с октября 1890 года по август 1991, то есть заняло более 9 месяцев. За время путешествия было пройдено более 50 тысяч километров. Из них 15 тысяч по железной дороге, 5 тысяч в экипаже, почти 22 тысячи по морям и свыше 9 тысяч километров по рекам. За 9 месяцев Николай со свитой посетил Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а позднее сухим путем из Владивостока через всю Сибирь возвратился в столицу России. Пребывание в Японии было омрачено покушением на Николая. Напал на него полицейский, находившийся в толпе. Когда коляска цесаревича поравнялась с ним, он выхватил самурайский меч и дважды ударил Николая по голове. От смерти цесаревича спас греческий принц Георг, сопровождавший Николая. Он отбил тростью очередной удар. 4 мая пришла телеграмма от отца Александра III с приказом срочно отбыть в российский порт. До отплытия крейсер «Память Азова» посещали депутации с подарками и адресами соболезнования от императора и жителей различных городов Японии. 11 мая цесаревич был уже во Владивостоке. От Владивостока началось путешествие Николая по России, в ходе которого он посетил и некоторые уральские города и станицы, в том числе и нашу станицу Магнитную. Но по порядку. В Троицке цесаревич пробыл полтора дня. Именно здесь он принял делегацию от Перми и Челябинска. Это свидетельствует о большей значимости Троицка в те годы. Побывал Николай в станице Карагайской, где татары угостили будущего царя своим душистым и крепким чаем. После Карагайки цесаревич и его свита прибыли в Верхнеуральск. Несмотря на поздний час, было 11 часов ночи, город не спал, улицы были залиты огнями. Утром 23 июля цесаревича ждали депутации от крестьян и башкир Верхнеуральского уезда, от Белорецкого завода и города Стерлитамака. Затем цесаревич присутствовал на службе в местном соборе. И в тот же день кортеж Николая выехал из Верхнеуральска. Поселок Спасский проехали, не останавливаясь, и прибыли в поселок Верхнекизильский. Там цесаревича встретили 6 магнитских джигитов, 6 школьников и 4 казака. На протяжении всего пути до станицы Магнитной наездники показывали высший класс верховой езды. В станицу царский поезд прибыл около 14 часов. Здесь были назначены перепряжка и завтрак. Магнитная станица не случайно была выбрана для посещения наследником, ведь по числу жителей и торговли она была одной из зажиточных станиц отдела.
На Соборной площади станицы местное начальство, отрапортовав, вручили цесаревичу хлеб-соль. После чего он и его свита прошли в квартиру, где их ждал завтрак. Во время завтрака перед окнами квартиры пел хор песенников из казаков. Конечно же, наследник отблагодарил жителей станицы. Он приказал выдать песенникам 25 рублей, ученикам и ученицам, встречавших его, 50 рублей, а ординарцам-казакам по 2 серебряных рубля. Во время завтрака Николаю рассказали о горе Магнитной и ее богатствах. Но тогда будущий царь и предположить не мог, что не пройдет и полвека, и на этой земле у горы будет построен крупнейший в мире металлургический комбинат. Как не мог и подумать, что через 27 лет Урал станет его последним пристанищем на земле. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его жена Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и 3 человека-прислуги были расстреляны в особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Так в 50 лет закончилась жизнь последнего императора России, которому 18 мая этого года исполнилось 150 лет со дня рождения. А теперь перенесемся на 45 лет назад, в 1973 год. На мой взгляд, тогда происходили любопытные, даже просто замечательные события. Например, в апреле 1973 года в мебельном цехе комбината началась неделя нравственно-эстетического воспитания. Каким же образом шло это самое воспитание? В один из дней этой недели состоялась встреча трудящихся мебельного цеха с руководителем народной изостудии художником Владимиром Петровичем Павловым. Тема этого вечера называлась необычно – «Крамольные полотна». К сожалению, мы не знаем, какие именно полотна Владимир Петрович отнес к крамольным. Но зато мы знаем, что он постоянно выступал в цехах комбината и учреждениях города с интересными эмоциональными лекциями о живописи, считая своим первейшим долгом будить чувство прекрасного во всех и в каждом. О его лекциях были только восторженные отклики. В следующие дни с лекции довольно-таки непростого содержания, а именно влияние эстетики на нравственное воспитание, выступил режиссер Народного театра Левобережного дворца культуры металлургов, студент режиссерского отделения Ленинградского института музыки и кинематографии Валентин Грибашов. Состоялось и выступление хоровой капеллы во главе с дирижером Семеном Григорьевичем Эйдиновым. Капелла исполнила несколько хоров на стихи Пушкина и Есенина. С лекцией «Образ рабочего в художественной литературе» познакомила работников мебельного цеха преподаватель педагогического института Инна Моисеевна Полякова, чьи выступления всегда отличались яркостью, эмоциональностью, содержательностью. Стихи советских поэтов прочел мебельщикам актер драматического театра Иван Жигилий. Кстати, имя этого актера мне, например, встретилось впервые. Нет информации о нем и на сайте нашего драмтеатра. В настоящее время я разыскала по интернету его сына Евгения, который, надеюсь, расскажет о творческом пути своего отца. И мы узнаем еще об одном актере Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Завершая рассказ о неделе нравственно-эстетического воспитания в мебельном цехе ММК, добавим, что в красном уголке была оформлена выставка книг «Нравственные ценности нашего современника». Согласитесь, такого рода воспитательное мероприятие сейчас довольно трудно представить. А ведь это было совсем неплохо. В завершении программы несколько слов о журналисте, писателе, участнике Великой Отечественной войны Петре Ивановиче Гагарине. 17 мая – 105-летие со дня его рождения. Имя Петра Ивановича осталось в истории журналистики «Магнитки». Он был завотделами, ответственным секретарем газеты «Магнитогорский рабочий», первым редактором газеты «Метизник». Петр Гагарин переписывался с известными советскими писателями Александром Фадеевым, Эммануилом Казакевичем, Николаем Вороновым. Был в дружеских отношениях с Борисом Ручьевым.
На фотографиях, сделанных во время отдыха, Петр Иванович веселый, широко улыбающийся. Хотя, как рассказывают, он отличался резким и суровым характером. Осталось в истории журналистики и имя его жены Марии Андреевны Горелько, бывшей в течение 15 лет корреспондентом ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. Петру Ивановичу довелось прожить на этой земле 70 лет. Марии Андреевне судьба подарила почти 90 лет жизни. Похоронены супруги на Левобережном кладбище. С творчеством Петра Гагарина можно познакомиться в интернете, где выложена его повесть «За голубым сибирским морем». Отдельные рассказы Гагарина печатались в журналах «Уральский следопыт», «Октябрь», «Урал». Вот на этом, пожалуй, сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи!